Уууу! На! Господи! Вот так. Оу! О, черт! Ребята, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. И сегодня я вам расскажу, как максимально эффективно можно прокачать кулаки в игре Skyrim. Да. Можно бегать полностью без оружия. Чисто кулаками. Какой-то боксер. Это ж, по-моему, наверное, взяли еще с самых первых. В Fallout можно бегать чисто кулаками биться. Но здесь, я здесь даже прошел Алдуина. На легендарной сложности, на легенде. И что для этого нужно, чтобы играть на легенде чисто кулаками, сейчас более подробно расскажу. Ну, во-первых, если хотите получить максимальный бонус к этому урону, вы должны взять максимальную броню. Конечно же, это тяжелая драконья броня. Она обладает максимальной броней. Максимальная, ну если брать, знаете, стандарты, ниже ее, по-моему, с тяжелых это дейдрическая, которая была в ванильном стандартном, без патчей, без дополнений. А после дополнений появилась вот такая вот драконья, ну и мне кажется, она очень лорная, потому что везде драконы, и как бы сделать именно броню драконью. Вы только посмотрите, какие ноги, какие руки, наплечники. Вау! Ну, броня, конечно, нифига себе какая. Сзади как позвоночник. Да, друзья, она обладает максимальной броней. Ну и, конечно же, я еще зачаровал. Как зачаровал, на что я вам сейчас покажу. И какие перки у вас должны быть прокачаны. Ну, для того, чтобы получить максимальный бонус от без оружия, то в любом случае у вас должна быть прокачана, сейчас вам покажу, тяжелая броня. Да, друзья, тяжелая броня у вас должна быть прокачана на 100. Ну, если вы хотите, конечно, получить максимальный бонус. То есть у нас тут Джаггернаут. Господи, как из дотки. Класс, тяжелая броня увеличивается на 100%. И вот этот перк, стальные кулаки, его вы должны прокачать, просто обязаны его прокачать. При бое без оружия тяжелые перчатки наносят дополнительный урон, равную их классу брони. То есть, соответственно, если больше брони у перчаток, чем больше они наносят урон. Логично. Следующий перк это мягкая подбивка. Вы получите половину урона от падения. Ну, это такой вот приятный бонус. Но больше интересует это вот. Надетая тяжелая броня ничего не весит и не замедляет ваше движение. Это очень классно. То есть вы бегаете как будто без брони. Очень быстро. Очень-очень. Ну, маневренность это прежде всего. По следующей ветке это хорошая экипировка. Это у нас, если у нас полный комплект, вы получаете плюс 25 классу брони. Обалденно. Следующее это центр тяжести. При ношении только тяжелой брони вы теряете равновесие на 50% реже. И насколько я знаю, что есть еще перк у Партурнакса, вы можете взять, где еще, по-моему, на 25% вы реже теряете, или на 50 даже. Напомните, напишите, поправьте, но, по-моему, это все стакается, и он вообще не будет терять равновесие. Это нифига себе, как классно. Полный комплект это дополнительный бонус еще плюс 25%, а при высокой броне это уже нифига себе. Отражение ударов это 10% шанс отразить рукопашный урон врага при ношении полного комплекта тяжелой брони, шлем, кераса, перчатки, сапоги. Я вот знаете, так подумал, а слушайте, это ж по-моему есть еще шанс, по-моему, у Азидалосе это 10%, и он, по-моему, будет стакаться, это получается. А нет, там у Азидала, по-моему, 10% к параличу, если это будет бить. Ну, это тоже классно. То есть этот перк вы должны прокачать полностью в любом случае. Следующее, что у вас должно быть, это кузнечное дело на соточке. Почему на соточке? Да потому что если у вас не будет на соточке, то вы не сможете создать себе доспехи. Вы можете, конечно, найти, но понимаете, в кузницах вы можете создавать драконьи доспехи и оружие из драконьих костей и улучшать их в два раза. В два, блин, раза. То есть
А, какой мощный ты будешь. То есть это жизненно необходимо для того, чтобы бегать просто прокачанным танком, который всех вырубает одними перчатками, одними кулаками. Вау, 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 вау. Ну и еще некоторые пункты, которые вам нужны, как я зачаровал. Одежду. Давайте я вам покажу. Ну, Рокки назвал. Легендарная доспех. Мне всего лишь 1000, но хочу вас поправить. Точнее, поправлю себя. Это просто по моим способам, по всем моим способам, у меня есть невероятно имбовые вещи, как прокачивать игрока. Это все легально. Все по-настоящему, без каких-то там багов. Это просто, зная игру, у меня есть видео, я сейчас прикреплю, можете посмотреть и заценить, как это все улучшает. Ну и также удары без оружия наносят на 19% дополнительный урон. Это вы сами зачаровываете, сами. По умолчанию там, по-моему, было 14%, но если вы используете дополнительный бонус, там сеты, все эти дела, то я добился 19%. Может, кто-то и больше сможет добиться, я не знаю. Без оружия вы наносите на 19% дополнительный. И навык ношения тяжелой брони, конечно же, еще на 38%. Чем больше броня, чем сильнее удары. Но предел 600, по-моему, да, предел 589 или 600, если что, поправьте меня. Так что эти 1000, это оно ничего не действует, то есть это просто у меня максимально там 600 с чем-то. Вот, вот и все. Дальше у меня это амулет Гаргульи, который каким-то чудесным образом тоже чарится. Да, друзья, амулет Гаргульи тоже, на него можно наносить чары. Так главное, на амулет летучих мышей вы не можете нанести чары, ну, а на амулет горгули можете. Ну, вы также эти чары можете нанести на любой другой. Я просто нанес на класс брони, оно не отображается, но если вы посмотрите внизу на класс брони, то видите, он меняется. То есть без амулета 4710, а с амулетом 5164. То есть я зачаровал его еще на усиление брони. Не знаю зачем, но то, что можно было зачаровать, зачаровал. Также у меня это взлом облегчается на 61 и увеличение магии на 95. Господи, забыл же вам сказать, что у вас должен быть перк. Обязательно тоже еще один перк, без которого вы как бы такой эффект не получите. У вас должно быть зачарование на соточку. Обязательно. Не, ну вы, конечно, можете и не на соточку, но просто если вы на соточку, то новое зачарование сильнее на 100%. Так будет на 80%, если у вас 90, 95%, а на соточке вы будете 100%. Ну и самый главный бонус — это еще и дополнительный эффект, который вы можете зачаровывать сразу на два эффекта. Обязательно. Обязательно вы все должны это знать. Давайте дальше посмотрим, что у нас за оружие и, точнее, доспехи. Ну, тут у меня просто увеличение магию. Ноги. Увеличение запас сил на 95 и запас восстанавливается. И запас сил восстанавливается на 47 быстрее. То есть у нас больше силы, мы сможем больше наносить мощных ударов, и у нас еще он восстанавливается быстрее. Классно, классно, классно. Но не для вампира днем. Вот. Доспехи тоже 1000. Блин, зачаровывал. Драконья броня. Господи, блин, ну она смотрится, конечно. Вау, как эпично. Вау, вау, вау. Так, ладно, не будем отвлекаться. Навык ношения тяжелой брони увеличивается на 38 единиц и запас сил восстанавливается на 47. То есть в основном в силу вы должны кидаться в силу. И последнее, это у меня обручальное кольцо Фиолы, которое тоже удары без оружия наносит на 19% дополнительный урон, и навык ношения тяжелой брони увеличится на 38 единиц. Неплохо, неплохо. Ребят, скажите, а где же я возьму эту магию, которая удары без оружия наносят дополнительный урон? Да, чтобы ее найти, вы должны найти определенный предмет с этим зачарованием, снять его на пентаграмме душ и уже наносить самостоятельно на ваши вещи. Где его найти, друзья, я сейчас вам расскажу. Друзья, мы сейчас находимся в Рифтоне, и я думаю, вы уже узнали эту локацию. Это крысиная нора. Я ее уже прошел, но просто вам покажу, где вы можете найти перчатки. Да, перчатки борца они называются. Уникальные перчатки с данным эффектом. Ну, этот проход будет закрыт, так что вам в любом случае нужно будет здесь упасть. Вот сюда вы пойдете. Теперь здесь прямо, прямо, прямо.
Тут недалеко, тут совсем недалеко, тут немножечко нужно будет посражаться. И здесь, друзья, здесь на вас нападет бедняга-бомжик, у которого как раз-то и будут эти перчатки. То есть запоминайте локацию, тут вы сразу видите такую вот решеточку. Слева здесь алхимическая лаборатория. Здесь у него готовит себе хавочку, и здесь он как бы обитает. Вы его убиваете и с удовольствием забираете перчатки борца. Показать не могу, потому что записи не сохранилось. Ну ладно, ладно, ладно. Возвращаемся. Ну и теперь, друзья, давайте я вам покажу. На данном этапе это 110 уровень, соответственно, противники будут максимального уровня. Максимального, и я вам покажу, как они, как говорится, ушатываются. Разбойник. Так, эта девочка, по-моему, изи. Ух ты, какая заберет она. Вот этот у нас главарь. То есть, как видите, распадается очень быстро. Очень-очень. На! Давайте сейчас девочку ушатаем. Иди сюда, моя маленькая. Давай. На ней, по идее, должно сработать добивание. Ну, не всегда, конечно. Не всегда. Ребят, но это... Это, как говорится, на сложности какой? Это на изи сложности, на которой играют, наверное, 85% игроков. Ну, а если я поставлю на легенду? Давайте сейчас на легенде вам все покажу. Так, ребят, а вот теперь я включаю сложность легенду. Смело, 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 смело. И давайте попробуем немножечко подраться. На легенде, конечно, оно не так эффективно. Не так эффективно и уже более правдоподобно. Но уже время затягивается. Как видите, простую разбойницу, и они меня наваливают больнее. Уже не так быстро. Но если вы хотите играть на легенде, то в любом случае уже Давакин вы должны использовать крики. Максимально полезный крик, который у нас есть, это крик под названием «Смертельный приговор». Что он делает? Это говорить, и пусть ваш голос будет вестников, вестником злого рока. Ибо слабеют жизненные силы противника и его защита. То есть, у нашего противника меньше становится жизни, у нашего противника меньше становится броня, друзья, и мы более эффективно уже сражаемся. Попали на девочку, и, как видите, она уже распадается. Только не забываем поднимать здоровье. Исцеление болезни. О, у меня вот эти кровавые напиточки мои. Вот. Ну, теперь она распадается, как миленькая. На главаря я, блин, не попал. Магия, ну, сейчас я попаду, и вы сами увидите, что он распадается в два раза быстрее. Два раза быстрее, без каких-то либо проблем. Иди сюда, мой маленький. Во-во-во-во-во-во-во. Уже хочет ее забрать, да? Подожди. Подожди, малыш. Вот и все. Все, друзья. Мы кинули, и больше ничего не надо. Теперь смотрите, как у него, ну, в два раза быстрее уменьшается здоровье. И теперь вы можете играть без каких-то либо проблем. Ой-ой-ой-ой-ой, обожаю. На! Без каких-то либо проблем валить просто всех одними кулаками. Еще, конечно, есть бонус у каджитов, это плюс 15, и на начальных уровнях это нифига себе как решает, друзья. У них плюс 15, это за счет того, что у них есть когти. Ну все, друзья, все. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, что вы об этом думаете, и может у кого-то есть еще круче способ. Ну, мне кажется, такого нет. Всем добра и счастья, друзья! Если вам понравилось немножечко больше, порекомендуйте это видео друзьям. Спасибо вам. Спасибо и пока.